5-й. Чарльз Гэнуэй, Лада. На боте номер 10-й. Сергей Мазякин, Металлург Магнитогорск. Ребята, с вами немножечко опять пошумим, чтобы как следует подготовиться к мастер-шоу. Обратите внимание. Давайте еще раз. Всем стадионам. Мы болеем за Гэнуэй. Тихо. Сегодня Гудим, тренер команды, в которой играют Капризов Кагарлицкий. Расскажи про установку на этот конкурс. Итак, самое главное, ребятам была дана установка не волноваться и не переживать, потому что очень высокий накал страстей. Спокойненько подъехать к воротам, дождаться, когда вратарь встанет на колени и отправить шайбу прямо в верхний угол. Обязательно, чтобы на колени встал? Желательно. Для этого нужно сверлить его взглядом для дестабилизации и морального уничтожения. Удалось наладить контакт с Игорем Валерьевичем? Удалось наладить контакт сразу со всеми ребятами. Стоило нам начать делать совместные селфи. Соня, вы очень серьезно настроены. Я знаю. Удачи, удачи. Спасибо. Сегодня выступает в таком степ-бэке.
Ну, это мастерство, тут ничего не делаешь. Мастер булитов. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Кагарлицкий. Work out and eat healthy and drink a lot of beer. Beer, you say? Drink a lot of beer. Да, ты должен следить за своим телом, должен хорошо тренироваться и должен пить пиво, сказал Кевин Далман. Тогда все будет хорошо, так долго будешь играть в хоккей. Да. 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 Да.